такая красота. Можно посидеть на этих фонтанчиках. Специально придуманные такие, как Боня. Передай здравствуйте, скажи всем. Скажи, я подстриженный, я такой красивый. Вчера машинку мамочка мне приобрела. Я вставлю в это видео. Видео с машинкой. Он чуть не сдурел. Не, он сдурел вчера. Это просто. Вынес мозг всем. Красная машиночка, такая, как у мамочки. Ребята, вот так вот красиво. Это Фарштцентрум. Станция метро вот прямо перед нами, там, за этим рыночком. Называется Фаршта. Фарштцентрум. Здесь кафешка. Можно купить всякие там, я не знаю, фастфуды. Кофеечек попить, водичку. Это стадиум, спортивный магазин. Ну вот это все полностью торговый центр. Дрессман, это мужской магазин. Там Роберт тут рубашку, брюки покупали когда-то. А вот так вот уютненько можно посидеть в этом парке. Зимой здесь заливают лед. Видите, Фарштцентрум. Раскрывается зонтик такой. Урны. Идем, фу, что ты там нашел? Очень классно, очень уютненько. Кофеечек попить. Газетку почитать. Кафе Майя. Кафе Майя называется. Это сцена для меня. Сейчас закончу видео, пойду петь. Это тоже спортивный магазин Интерспорт. А где? Парикмахерская. Мне нравится. Тут у них всегда такие декорации стоят интересные. Боня, ты меня закрути. У них под каждый сезон, там под Хэллоуин, под Крисмас, Новый год, у них постоянно. Ой, какие красивые. Класс, какие статуэточки. Обалдеть. Ой, какие они классные. Это сейчас так с краю выгонят, то выгонят. С краю, так смотрите, для деток стрижечки, как делать. Посадил ребенка на мотоцикл и давай стричь. Там работают мастера. А большой салон, слушайте. И магазинчик там. Ой, какое дерево. Вот эти дамы в шляпу. Ух ты, боже. Это я. Эй, ребята. Пошли, сынок. Такие мадамы сейчас стоят. Красивые. В париках. Может, и можно было дальше снимать. Но я не знаю, я вообще стеснительна на самом деле. Как бы это ни звучало для кого-то странно. Она, если бы сейчас... Ой, смотри, Боня Юричек, брат твой. Смотрите, Боня собачка, смотри, копия ты, копия. Гляньте, копия. Он меньше. Гляньте, выглядывает у вас. Зайчик, ты смотри, какая собачка. Боже, ой, маленький такой. Ой, хорошенький. Ой, Боня, он злой. Это не ты, дурачок, всех любишь. Ой, он такой агрессивный мальчик. Боня, ты представляешь? Ой. Пойки, а? Эксо пойки. Эфинные. Боня, все. Ней, нельзя. Да-да. Du har sett de tre musketörerna, D'Artagnan,
Ага! Это такие алкашики тут сидят. Алкашик, не алкашик, а собачка подстрижена. Боже, они одинаково даже подстрижены. Ней, Боня, не надо. Слушай, встреча друзей. Боня, что, все? Собачка тебе не интересна? Ой. Фираор. Твоор. Ему 2 годика этой собачке. Боня. Окей, хейдо. Бай-бай. Хейдо, она говорит, пока, мама. Хейдо, мур-мур. Мур-мур по-шведски это бабушка. Мур-мур это бабушка. Вот так вот, ребята. Пошла. Язык подучила. Бонечка. Надо в сумку сейчас уже прятаться, зайчик мой. Что ты гадость такую нюхаешь? Мур-мур. Здесь тоже всякие банки. Здесь можно поменять деньги, выслать Western Union, MoneyGram. В этом Таваксе можно выслать. А это библиотека. Здесь. Кто не знает, ребяточки, у кого нет дома принтера. Вот у нас принтер наш сломался. А, допустим, надо распечатать билеты. Мы идем в библиотеку. Библиотека. Я не знаю, я зайду с Буни, выгонят. Там не написано, что с собаками нельзя. Hey. Вот такие вот компьютеры здесь. Садимся. Находим файл, который нам надо распечатать. И отсылаем его в эту. Короче, сюда на ресепшн. К людям. На ресепшн. Видите, к администраторам. И вот так вот у нас выходят наши файлики. Стоит вообще 3 копейки. Это такая библиотека интересная. Там детский уголочек есть. Тебе жарко, солнышко. Нет, у нас не выгоняют. Наверное, они не видят, что я собака. Боня, идем. Пошли. Он ничего нигде не написывает. Ну, просто... Идем, Бончик, пошли. Выходи. Стоят такие стойки. Пищалки, чтобы никто ничего не унял. Очень удобно, ребят. Очень. Вообще, ой, что там 3 кроны или сколько. Или 2, или 3. Я не помню, сколько стоит распечатать. Зашел, распечатал билетик себе. И вперед. Вот это вот типа мексиканского. По-моему, это мексиканский был. А, да, точно. Small piece of Mexico. Маленький мир Мексики. Можно посидеть тоже, пообедать. Синчик, смотри, пивко попиваем. А мы сейчас идем... А куда мы идем? А в Эбе. В ёб. Некоторые наши говорят в ёб. Здесь делается хот-доги. Кто хочет. Короче, еды уличной валом. Вот такие вот можно купить. Хот-доги. А мы сейчас пойдем. Бебе, мне надо купить шампунь, бальзам, мыло. Ну, такое хозяйственное. У меня закончились также для посудомоечной. Это эти... таблетки, капсулы, как они называются. Для этого мне надо спрятать моего сына. Сейчас я его спрячу в сумчоночку сюда. И мы пойдем дальше. Боня, давай прятаться. У нас новая игрушка. У нас машинка. Машинка. Да. Да? Красив? Вот так. Не, играйся здесь. Ну так ты же ее не грызи, а играйся.
Это Хельгина уточка. Выпросил же игрушку у детей. А теперь у нас снова, у нас машинка. Вот так вот. Ой, машинка. Да не грызи ж ее. Не грызи. Не грызи ее. Машинка. Ой, какая машинка. Ну вообще. А уточка уже не надо тебе? Уже все? Уточка все свое отыгралась? Не, уже все, утка не надо. Ну, машинка, всем машинкам машинка такая, как у мамочки, красненькая. Нравится. А кушать не хочешь же? Не хочешь? Машинка? Ты мой сладкий. Ты мой сладкий. Ну, вообще, красота, да? Смешно. Не грызи ее. Боня. Катай. Катайся на ней. Давай. Ура. Бонечка, ты все колеса и хочешь отгрызть? А? Жадина, жадина говядина. У нас, слава богу, к вечеру хоть чуть-чуть спала жара. Это невыносимо, ребяточки.